Рабочее заседание общественников и представителей ГУФСИН России по Приморью открылось на праздничной ноте. Олег Викторович Симченков и Юрий Борисович Мельников подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь осужденным будут бесплатно помогать профессиональные юристы. И это лишь один из проектов по оказанию поддержки заключенных. Общественные организации, используя свой потенциал, привлекают различные бизнес-сообщества. То есть организовывают какие-то производства, производственные участки. То есть дают возможность еще раз трудоустроить осужденных. Совместная работа федеральных структур и гражданского общества ведется с 2009 года. Каждый год подводятся итоги. Деятельность направлена прежде всего на воспитательные и образовательные процессы в колониях Приморья. В том числе осужденным помогают с выбором профессии. За колючей проволокой заключенные могут научиться изготавливать маргарин, масло, делать сосиски и даже работать в цеху по производству комбикорма. Сказать честно, я только первый раз усвоил это здесь. То есть раньше в жизни я не сталкивался. Сталкивался только с маленькими мельницами, ну и не более того. Любая работа в колонии направлена на исправление осужденных. Каждый день они должны проводить с пользой. Начальник ГУФСИН по Приморью докладывает, кроме производственных часов у заключенных есть время на отдых. Для этого возводят новые храмы, организовывают выставки деревянных изделий и открывают библиотеки. В 22 учреждениях сегодня работает 39 читальных залов. На полках стоят больше 72 тысяч книг. Одним из наиболее показательных методов стимулирования осужденных правопослушному поведению является изменение условий содержания. По данным, на 1 января 2017 года в исправительных учреждениях и следственных изоляторах Приморья содержалось порядка 15 тысяч человек. Из них 63 осужденных – несовершеннолетние. Основными статьями за прошлый год стали преступления против жизни и здоровья. Таких осужденных больше 4 тысяч. Почти 5 тысяч людей посягнули на чужую собственность. И 3253 осужденных отправились в колонии за незаконное приобретение, изготовление и хранение наркотиков. В ходе заседания участники озвучили и обсудили различные вопросы, в том числе и проблемные. Диалог общественников и сотрудников управления получился активный и продуктивный, направленный на достижение общей цели – соблюдение прав и законных интересов лиц в местах лишения свободы. Валерия Белоус, Станислав Лазебный, новости на Восьмом.